Отже, друзі, доброго ранку. Да. Прокинулись і давайте знайомитися. Микита Безгінов, так? Да. Сергій Антонь та Олександр Журавель. Да, 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 да. Хлопці, розповідайте. Ну, давайте я начну вам говорити, так як я являюсь президентом Сыроткова Днепропетровской области по смешанным единоборствам. Хочу вкратце сказать, что в этом году мы провели титанический труд, провели огромную работу, в частности, популяризации этого вида спорта и проведения соревнований. Наши спортсмены участвовали как в региональных соревнованиях, так и в национальных. То есть и были и чемпионат Украины, и Кубок Украины, и турниры национальные. И наши спортсмены достойно занимали призовые места, были в тройке лучших. Так, допустим, на чемпионате Украины мы хороший результат показали, на Кубке Украины мы вообще взяли второе место в Харькове. Очень отлично вся команда выступила. По молодежи среди детей. Тоже у нас было 10 призовых мест. Поэтому в этом направлении как бы идет тенденция того, что как рост мастерства спортсменов, так рост и популяризации смешанных единоборств в нашей Днепропетровской области. Потому что с каждым годом, я помню, начинал там и ехало по одному человеку весовой категории. На данный момент на соревнования ездили от нашей области около 30 с чем-то человек. То есть это о чем-то говорит, о том, что действительно титанический труд был проведен со всеми клубами города нашими. Были проведены как бы профилактические беседы с руководителями клубами. Мы договорились о развитии этого вида спорта. И сейчас они вступили в нашу федерацию, и все вместе мы развиваем этот вид спорта. В цирке 25 сентября мы проводили матчевую встречу. Это как бы у нас был пробный, такая попытка провести как бы соревнования между стенку на стенку между регионами нашей страны. То есть сейчас в программе у нас есть как бы замысел проводить это на постоянно, то есть будем проводить матчевые встречи между регионами, другими регионами нашей Украины, и это будет захватывающе. Вот 25 сентября мы провели, было интересно, было очень много людей, я получил массу откликов, что было проведено на высшем уровне. Как, потому что у нас сформировалась и коллегия судей, которые проходили семинары в Киеве. У нас и медицинское было обслуживание на высочайшем уровне. Поэтому мы ретельно подходим к каждому своим соревнованиям. Как раз, вот, знаете, я хочу сказать за команду Днепропетровской области, я имею в виду, что касается судей, тренеров, то есть вот, показала все 25 числа, потому что как хотели, чтобы оно пошло, оно так не пошло. Но благодаря всем присутствующим, ну, нашей команде, мы, в принципе, вырулили эту ситуацию, и оно прошло достаточно на высоком уровне. Ну, я еще так вкратце хочу сказать, что как бы сейчас у нас уже есть и главный тренер области, это Кучеров Сергей, клуб «Спортивный патриот». У нас есть и пиар-директор, так как без этого человека у нас бы не проходили бы соревнования, потому что он организовывает рекламу, он организовывает популяризацию этого вида спорта. У нас есть и другие направления, которыми, ну, наши именно руководители клуба занимаются. Поэтому я же еще раз говорю, подчеркнуть, что команда – это превыше всего. И как бы мы и сотрудничаем с силовыми структурами, в частности, с университетом внутренних дел, тоже курсанты выступают на соревнованиях и занимают призовые места. И поэтому как бы стараемся обхватить весь спектр
всех отраслей, которые существуют у нас в Днепропетровской области. Уже, друзья, да. Давайте так уж поспілкуємось. Ви так бадьору про все. Чисто, как бы сейчас я сказал, ну, что достижения действительно были очень... Титанический труд был проведен, это однозначно. Я просто не хочу это говорить, но в принципе, да. Финал Соломович. Да, все, я молчу. Ні, треба... Просто не все одразу. Отже, Сергій, розповідайте, як ви прийшли, власне, у цю сферу? Чи давно займаєтесь? Чи займалися якимось видом, ну скажімо так, там, боксом чи боротьбою до того, як вирішили поєднати все це? Ну, спортом я займався завжди. Було це до поступлення, це була боротьба дзюдо. Після поступлення сюди, як би дзюдо, ну, немножечко не вийшло. Не був такий гибкий графік, щоб займатися дзюдо. І тренер Олександр Анатолійович, він як би так совпало, що був моїм преподавателем по спеціальній фізичній підготовці. И то тоже так совпало, что то есть, проводились все тренировки в университете. Он как бы предложил заниматься, я подумал, почему бы мне, это что-то новое. Пошел, попробовал, понял, что начало получаться, самому понравилось. И как бы в течение 3 лет, это уже 3-й год, как я занимаюсь миксфайтом, ну что-то получается, что-то нет. Ну стремимся, стараемся. Відчуття, що вдається, воно приходить, ну, я там, ну, там, кукла Моданка, наприклад, да, ти щойно розповідала. Ну, тут бачимо, що щось виходить чи не виходить. Ось цікаво у змішаних бойових мистецтвах, як це? Ну, тут це тільки показатели по соревнованням. Це все одразу, звісно, не приходить. Одразу було дуже тяжело перейти з боротьби дзюдо на... Вот, то есть, чтобы быть какая-то ударная, да, ударка, то есть это все было довольно-таки тяжело, но со временем как бы привыкаешь, приспосабливаешься, и потом уже на соревнованиях та же самая обкатка, то есть на разные соревнования ездим, нас, то есть у руководства университета довольно-таки сопутствует тому, что мы занимались спортом. Постоянно какие-то есть, ну как, посылы для того, чтобы мы ездили на соревнования, не только в нашей области, а и за пределы нашей области, это как недавно был Киев, Черновцы, Харьков, то есть... Ну, то-то без проблем. Ну, да, очень сопутствуют и всегда переживают, волнуются. Это довольно-таки приятно. Микита, что до вас? Как вы дізналися, вы, власне, займалися поширенням в масс-медиа? Ну да, я, в общем-то, и спортсмен еще действующий, и сейчас мы тоже развиваем вместе с Александром федерацию ММА. Вообще начиналось, ну сейчас ММА спорт достаточно молодой, то есть буквально, ну, года где-то 3-4. До этого были виды спорта близкие к ММА, ну, в частности, рукопашный бой. У нас очень сильная федерация рукопашного боя, и вот, мы всегда занимаем призовые места, там первые, вторые на чемпионатах Украины. И у нас на базе центрального офиса рукопашного боя, это «Динамо», знаете, возле нового стадиона. Да, то есть, кстати, приглашаем всех на тренировки. Это у нас и рукопашный бой, там, и сейчас ММА. То есть там центральный офис областной федерации рукопашного боя и смешанных единоборств. Я тоже изначально занимался рукопашным боем. Это еще лет 10 назад мы начали тренироваться. Ну, то есть добился результатов, то есть стал чемпионом Европы, там, 3-кратным чемпионом Украины. И, ну, сейчас вот перешли как бы в миксфайт. Ну, тоже результаты как бы, ну, больше по рукопашному бою я выступал, но по миксфайту тоже. По миксфайту сейчас занимаемся развитием больше вида. Ну, так же самое сотрудничаем и с другими видами спорта. То есть у нас ребята выступают и по рукопашному бою, и по боевому самбо, по джиу-джитсу. Ну, в принципе, если ты как бы владеешь техникой там, ударной, борцовской, ты можешь выступать по любым видам. И вот как уже Саша говорил, что сейчас объединили все клубы, то есть это очень хорошая тенденция, потому что, как правило, бывает, ну, допустим, даже в одном каком-то виде спорта есть разные федерации, которые каждый создает свою федерацию и хочет, ну, как бы свое, как бы, да, свои там чемпионаты проводятся, как я помню, там всякие чемпионаты мира по каким-то, у каждого свой чемпионат мира, там вот как там по кикбоксингу, я там, не знаю, проводят, у нас чемпионат Украины только проводится 2 раза только в Днепропетровске, еще там 2 раза в Павлограде, еще там 10 раз в каждом городе. А это вот федерация ММА объединила все виды спорта вместе.
ну, это очень нехорошо. То есть все клубы, которые, то есть каждый выступал по своим видам, все объединились. То есть, ну, сейчас, ну, реально самый сильный, можно сказать, вид спорта, который больше всего людей собирается в категориях. Ну, очень интересно. Есть, есть куда развиваться, потому что хорошее финансирование, ну, допустим, если федерация, ну, киевская, то есть, ну, все, то есть они очень помогают спортсменам. Вот у нас Идрис из Алфа, он занял первое место на чемпионате Украины, поехал на чемпионат мира. То есть все оплачивают сборы, все, ну, то есть есть куда стремиться. Поэтому, ну, мы сейчас это направление продвигаем. И также вот у нас сейчас можно с самого детства начинать. То есть у нас маленькие дети по миксфайту еще не выступают, это с 10-11 лет только. Вот они у нас выступают по рукопашному бою. То есть мы сейчас открываем секции в школах. То есть, начиная там школьные секции, потом они переходят уже на более высокий уровень и выступают по всем видам единоборств. То есть также турнир, который провели в цирке, как Саша уже говорил, на очень хорошем уровне. Я думаю, что это будет регулярно. Прошло просто чудесно. То есть будем такие турниры проводить и дальше. Можливо, ще й трансляцію телевізійну. Ну, возможно, да. Если хотите, можете присоединиться. Можна буде про це подумати. А, друзі, мене завжди цікавило питання, чому, ну, на Олімпіаді, якщо не помиляюсь, там представлені шахи і не представлені бойове мистецтво. Ось. Давайте говорить не боевые, а, ну, в принципе, ну, это спорт. Так. Вот я еще хочу подчеркнуть, что вот когда вот в рекламных роликах где-то говорят «бои без правил» или еще что-то, это спорт. Что касается боевых, то есть специальная физическая подготовка, это преподают там в университетах, там, и что, там именно профиль каких-то силовых структур, там, это одно. То есть это боевое мастерство, это одно, а это вид спорта. Но я могу одно сказать, что здесь неограниченное количество приемов, очень достаточно, как можно победить, как можно и проиграть. Поэтому вот, боевое – это, ну, как бы, это вид спорта. Что касается шахматы, это, ну, это каждый, ну, это шахматы, это тоже, я считаю... Не, я разумею, да. Я разумею, почему это физично, действительно... Я скажу. Кстати, по поводу ММА, я думаю, что в ближайшее время будет и в Олимпийских играх, потому что это, пожалуй, вообще самый быстро развивающийся вид спорта. То есть, если взять, например, бокс, ну, ему сколько там уже, там, сотня уже лет, а ММА спорт очень молодой, и такими темпами он развивается, что, думаю, на ближайшие, может быть, лет 10 мы уже увидим его, и в том числе на Олимпиаде. Да, ну просто как олимпийский вид спорта, это какая-то страна может вести, это, ну, должен быть это международный олимпийский комитет, ну, там должны согласовать, то есть какая-то, да, может страна, допустим, вот если в какой-то стране нормально проведут, вот как корейцы тогда всунули тэквондо, и теперь, ну да, а то есть если кто-то, ну допустим, если там, я думаю, или в Америке, или где-то проведут какие там олимпиады ближайшие, возможно... Достаточно широко сейчас. Да, широко распространяют во всех странах, поэтому, думаю, это дело времени, в ближайшее время будет уже на олимпиаде. Бо видовищні види спорту, вони повинні бути представлені, ну, всі, на мій погляд. Друзі, що найближчим часом планується... Смотрите, сейчас у нас будет проходить Кубок области. Это Кубок области по смешанным единоборствам в клубе Альянса, клуб Панчер. Да. Сергей Мищенко, как бы, основным партнером и организатором этих соревнований, потому что все материальные трудности, которые связаны с этим проведением турнира, они взяли на себя. То есть и они, как бы, вот они фанаты. Я почему еще хочу сказать, у нас в команде действительно фанаты, потому что вот мы, когда проводим соревнования, то есть время, мы тратим время личное, мы материальные средства тратим личные, мы тратим это. Но вот благодаря друзьям, благодаря вот тем бывшим спортсменам, которые уже стали какими-то коммерческими деятелями нашего Днепропетровского региона, которые... стали и имеют возможность нам помогать, они нам помогают. И вот, в частности, вот клуб «Панчер» тоже предоставляет нам и спортивную площадку, предоставляет возможность провести вот этот замечательный праздник. То есть у них и тренировки есть бесплатные, то есть это, ну, в наше время это действительно очень хорошее поспорье, потому что немногие могут оплатить сейчас те же секции. Поэтому и это связано с, ну,
с экономикой, ну, ничего страшного, как бы выживаем. Ну, они молодцы, они продвигают в этом направлении то, что детский спорт. Это однозначно, ну, потому хочет что... помочь материально, мы всегда только рады, потому что это единственное, можно сказать, ну, как и во всем нашем спорте, единственные такие трудности. То есть спортсмен, он всегда хороший, но вот поддержки не хватает. То есть если есть люди неравнодушные, которым это интересно, не просто там для себя, там, а хотят что-то сделать хорошее для развития вообще спорта и так вообще людей, в принципе. То есть это, я считаю, то есть каждый человек должен спортом заниматься там с самого детства. И поэтому, так что ждем. Ну, у вас, наверное... Не даже ждем, мы и сами можем, но если стараемся. Мы можем и сами проехать. Это наша работа уже. Поэтому это его направление, поэтому он уже настоящий. Власне, с какого віку треба починати? Стал казати, що соревнования у нас проходят вот, согласно национальным правилам федерации, это с 10 лет. Ну, можно заниматься, и как Никита уже сказал, что можно и раньше, другими видами спорта. Вот, в частности, как бы способствовать рукопашный бой, там есть для детей легкий контакт, то есть, во всяком случае... А постепенно подводим, да, к этому. Постепенно вот маленького ребенка формируется какой-то, он растет, как физический, так и личностный рост идет, но это самое главное, это личностный рост человека, потому что тут все-таки тренера, и которые мы даем людям определенное оружие, то есть это оружие, как человек уже им будет использовать его, или, ну, и наши тренера, наши инструктора, мы стараемся, чтобы вложить в детей самое то, что действительно доброта, ну, главное, человечность, потому что человечность – это превыше всего, потому что если мы будем общаться с людьми хорошо, значит, и к нам будут относиться, если федерация будет хорошо относиться к людям, значит, и к нам, к людям. То есть это все взаимосвязано в этом мире. Поэтому, прежде всего, у нас как бы этические какие-то отношения как к спортсменам, как к людям. То есть мы стараемся в этом направлении работать. Ну, власне, и впевнені в собі люди, вони якось завжди правильно вы говорите, что действительно, если уверенно в себе человеку не будет искать, он просто будет расти над своим самосовершенствованием. То есть у него есть определенное мастерство, он хочет еще там достичь там удар там, я не знаю, там в прыжке там с переворотом там тройное сальто там. Но я это так ультрирую просто. Я просто к тому, что есть какие-то определенные достижения, что можно в себя смотреть и себя формировать, и себя что-то какого-то действительно хорошего бойца, которого увидит как наш регион, так и наша страна, а может быть и там весь мир. Я говорю, в частности, у нас вот уже вырастают вот с клуба Леона, там есть Хальчевский Стас, Станислав, то есть он достаточно на высоком уровне показал себя на Кубке Украины, на турниры по ММА. Идрис Гизалов также, он уже как бы мастер спорта международного класса. Поэтому, ну, и видно, что люди растут. Растут, и действительно, как физически, так и духовно. Поэтому и мы этому спрыяем, да, направляем, ну, да. Ну да, еще хотел сказать, не каждый, возможно, сможет стать чемпионом, допустим, великим, но самое главное, что он станет человеком. И вот я детям своим рассказываю, которые у меня тренируются, там самые маленькие дети. Я вам просто говорю, если вы не будете тренироваться, допустим, вы будете просто слабыми, допустим, в школе, и вы не сможете просто за себя постоять. То есть формируется характер, и человек уже, даже если он не станет великим чемпионом, но он уже будет просто хорошим человеком, уверенным в себе, сможет потом свою семью там, как бы, власне, будь-який спорт, він, по-перше, дисциплінує, так? Да, конечно. Є тренування, а потім воно стає там ще ранкове, вечірнє. До речі, скільки часу витрачають спортсмени? Все от уровня спортсмена. То есть, если это любители, то есть, ну, они занимаются там три раза в неделю, это вот так с головой хватает, и, допустим, уже люди в возрасте, то есть перенагрузки им не нужны. То есть они пришли, позанимались, отточили свою былую технику или ее подняли на определенный уровень. То есть им это хватает. Те, которые спортсмены действительно уже хотят достичь каких-то высоких результатов, это два раза в день тренировка, утром и вечером, и каждый день. Поэтому, ну, в принципе, это минимум 6 раз в неделю.
как бы. Неделя мы обутики выходные. Ну, да? И то это получается, это бассейн, там, ну, в зависимости. То. Ну, а так в основном вот, такой график вот, именно тех спортсменов, которые чего-то хотят достичь в этой жизни. Поэтому такая ситуация. А чего, до чего, скажімо, так і йдуть спортсмени, ось від маленьких, ми вже там маємо маленьких спортсменів, так і вони на когось рівняються, і є в них якийсь стимул, ну, найвища, скажімо так, планка. Да, от ви якраз затронули ту тему, професіональний вид спорту, тобто, як у нас от зараз був бокс, зараз дуже продвигається у нас професіонально, це, ну, по смішаним єдиноборствам, тобто, у нас создана Днепропетровская лига профессиональных бойцов. Она как бы сотрудничает с Национальной лигой. И у нас проводятся поединки профессиональные. В частности, мы тоже у нас идет, планируем, что будем проводить у нас Днепропетровские профессиональные поединки. Это дает определенный стимул. А, то есть люди, которые спортсмены, которые уже в любительском спорте достигли достаточно высоких результатов, они могут спокойно перейти в профики, где будут получать какое-то материальное вознаграждение, и их могут увидеть промоутеры других стран, которые могут пригласить там на серьезные турниры. То есть, ну, в принципе, мы к этому и идем. И у нас уже есть определенные успехи в этом направлении. Поэтому хотелось такого плавного перехода от любителей к профессионалам. И эта линия у нас уже развивается. Я уже вам говорю, что вот эти матчевые встречи, профессиональные поединки. То есть, как бы национальная федерация наша, она в этом направлении работает очень усердно. Поэтому правильно вы заметили, что действительно без профессиональных, без профессионалов, любителям неинтересно, ну, то есть они достигли определенного результата. Некоторые хотят дальше двигать по спортивной карьере. Поэтому это очень интересное направление. Да, можно сказать так, что есть направление, можно, допустим, профессионалом стать, к примеру, ну, это один вариант. Может, допустим, можно стать, ну, к примеру, там, с детства, да, начинают дети заниматься, и уже у них есть определенные возможности дальнейшего развития. То есть он может стать профессионалом, он, к примеру, может стать там, тренером, уже, то есть начинает сам тренировать. Потом, опять же, тоже по поводу силовых структур, вот, допустим, у нас же все, вот, то есть рукопашным боем, это ММА, это все сотрудничают, допустим, человек заканчивает, к примеру, он хочет, там, к примеру, служить там где-то, там, как у нас там СБУ, там все, ВСК, то есть МВД, это везде очень приветствуется, то есть проводятся соревнования по этим направлениям, то есть и поэтому есть, если ты хочешь в государственной службе служить какой-то, то это тоже для тебя очень хороший, как бы, дает толчок. Потом ты можешь профессионально выступать, ты можешь уже тренировать там детей, допустим, ну, то есть, это которое направление, ну, почему, допустим, можно. То есть какие есть перспективы, кроме того, что ты просто будешь сильным, уверенным в себе человеком, здоровым, ты еще можешь, кроме этого, себя реализовать в жизни, то есть, ну, скажем так, в таких направлениях. Отже, не закінчується там, скажімо так, спортивна кар'єра, там, вона ще дає якісь поштовхи для майбутнього. Звісно, більше того, бойове єдиноборство, бойове іскусство, це можна займатися в будь-яке час. У мене, допустим, приходять люди, вони починають і в 40 років можуть почати займатися. Ну, допустим, ти не почнеш там гімнастикою займатися, наприклад, там виступати. Люди виступають на соревнованиях. Ми вчора тільки приїхали з Києва, там про рукопашного бою на Кубки України виступали. От у нас там Степан Паскал, тому 38 років. Він почав займатися, ну, буквально роки 4 назад. Тобто у нього вже результат, він призер України. То есть, ну, все, у нас там Иван Викторович, это наш вообще там, у нас динамовский, ну, как бы, товарищ, ну, там и по СБУ, там, ну, еще мы тренировали, ему 58 лет, но он просто в такой форме, что я, допустим, не хотел бы с ним встретиться где-то, ну, там, на улице, хотя я там тоже как бы не стал. То есть люди всю жизнь занимаются, это уже путь, если ты начал заниматься, ты уже как бы не бросишь его. Я помню, в детстве там футболом там чем-то занимался раз, ну, там, бросил, перестал ходить, все. Если ты уже начал этим заниматься, ты будешь заниматься всю жизнь, опять же, просто, ну, немножко другие нагрузки. І все, а так ти будеш цим жити вже просто. Ну. А професіонали і непрофесіонали. Я ось хочу там трохи поглибити цю тему. А, там в боксі, так, є там кількість раундів збільшується, шоломи знімаються. Тут все як відбувається? Здесь то же саме. Здесь получається раунд длиться 5 минут без средств защиты, ну, без шлема, без накладок.
Это что касается любителей. Ну, а обязательно, перчатки, конечно, меньше, капа. А, и перчатки, он, кстати, меньше, там 4. Почти как кулаком. Да, да. Ну, в принципе, ну, это если профессионалы, да. Ну, поэтому... Ну, все равно это, ну, вот в цирке мы проводили, когда вот, ну, это даже не профессионалы, это были любительские встречи, и, ну, ажиотаж был очень такой большой, потому что и когда, допустим, вот мы, у нас была командная встреча, это между Винницей и Днепропетровском, и вот был такой бой, такой ажиотажный, 70 Григорчук, да, Григорчук с Винницей, и там дополнительное время давали, и, в общем, было действительно интересно. Там такие эмоции были. Что на футболе не всегда так, на Днепроарене было. Там еще акустика такая хорошая в цирке. Ну, было просто чудесно. Мы приехали, я приехал домой, по-моему, у меня такая... Ну, заснуть просто не мог. Я смотрю, никто из моих товарищей тоже заснуть не может. Ну, такая энергетика была. Ну, просто чудесно. Поэтому планируется также организация вот в цирке. Очень хорошее место. То есть там и акустика хорошая, и видно хорошо очень. Тогда около 1000 человек собралось. Где-то больше, чем ползала. Но это просто не все еще знали. Мы только начали. И, ну, следите за анонсами нашими. Будут турниры еще впереди. Но будет это регулярно. Может, даже раз там в 3 месяца, допустим, такие устраивают встречи. То есть там сначала любительский был чемпионат, а потом вечером уже, ну, там, уже билеты покупали, там уже профессиональные были бои. Ну, всем очень понравилось. Зрители вообще в восторге были. Класс. Ну, друзі, маєте нагоду наступного разу не пропустити це цікаве, яскраве дійство. І побажання до наших глядачів, ну, від кожного. Так, от що б хотілося їм сказати, що, друзі, давайте жити дружно. Хотілося б пожелати, прежде всего, будьте сильними, займайтесь спортом і... Ну, будьте прежде всего людьми хорошими. То есть, если, ну, то есть ты должен делать все по совести. Если ты хороший человек, то ты, в принципе, хороший человек во всем. Я желаю, чтобы каждому было не стыдно за себя, ну, то есть не стыдно за свои поступки. То есть, приходите к нам в секции. Это в Динамо центральный офис наш. Опять началась реклама. Я вообще, вот друзья, приходите, знаете, да, как будет бажание, знаете обов'язково. Самое лучшее, да. Поэтому самое наилучшее. Действительно. Там, что я могу? Уже Никита, в принципе, он уже все сказал. Так, все это, поэтому. Отже, друзі, від чоловіків сильних і веселих переходимо до людей просто веселих. Що таке шоу «Вар'яти», хто такі, власне, вар'яти, і про Притулу трохи поговоримо з нашими ранковими журналістами, які були на цьому шоу.